Добрый день, с вами дачный агроном. И сегодня хочу показать вам результат укоренения метельчатой гортензии, которую я укореняла около 3 недель назад. Вот я подготовила горшочки, понасыпала землю, торф, вот, и буду делать сегодня как бы пересадку. Вот смотрите, результат. Вот крупнолистовая гортензия. Вот у нее росточки. Были они у меня на окошке, потому что сезон дождей в этом году очень сильный. И, видите, слизни просто не давали покоя. И я их забрала на окошко. И они у меня уже были в кулечках на окошке. Сейчас вот будем доставать, смотреть на результат. Вот. Ой, смотрите. Смотрите, какая корневая. Видите? Замечательно. Корневая система. Замечательно. Смотрите, какая шикарная. Я бы сказала, шикарная корневая система. И я сейчас вот пересажу в горшочек с большим объемом. Шикарно, да. Очень шикарно. Прямо корни. Корни замечательные. Вот. Добавлю, конечно, я сюда землю добавлю, потому что маловато. Вот. И гортензия дальше будет в более, уже в другом большом, побольше горшке. Смотрим еще череночек. Вот такой. Вот, видите, тоже там идут две почечки растут. И здесь тоже прекрасно укоренилась верхушечка. Смотрим на верхушечку. Смотрим. Вот, тоже меньше корневая, но смотрите тоже, какая, вот я сейчас прямо запустила, какая хорошая тоже корневая. Тоже череночек годится для пересадки, очень даже. Тоже беру я горшочек с торфом тоже заготовленным и подсыпаю земельку, чтобы дальше нарастала корневая система. Знаете, в этом году столько дождей, что вот гортензия растет прямо, ну, это для нее просто погода, под нее подстроенная. Так, давайте теперь посмотрим гортензию. Давайте еще одну крупнолистовую. Вот, уже взяла ее в руки. Давайте посмотрим. Вот еще один череночек. Достаем. Угу. Чувствую уже даже, что корневая присутствует, потому что достаю. Вот. Ну, да. Не такие большие. Но вот смотрите, есть корешочки. И даже есть корешочки вот здесь. Видите? Вот на всем вот протяжении. До листиков, как она была воткнута в землю, так и есть везде корешочки. Тоже буду ее пересаживать. Так, вот такая вот, вот такой вот горшочек. И тоже сейчас добавлю земелечки. И пересажу. Дальше они у меня будут в тепличке. Конечно, под наблюдением еще 2-3 дня. Так, давайте теперь посмотрим. Вот, например, возьмем вот метельчатую гортензию. Метельчатую. Так, с ним отсюда уберем. Вот, смотрим. Смотрите. Тоже вот здесь идут. Я прошу прощения, руки уже в земле. Вот. Идет уже вот, видите, почка. Вот здесь вот почечка тоже растет. И будем смотреть на корневую. Вот. Смотрите, как вам вот такие вот. Ух, такой вот развалилась ком земли. Вот такая вот корневая. Видите? Замечательная. Я считаю, что очень неплохая корневая. И теперь я аккуратненько тоже его пересажу. Вот. Вот так вот в горшочек. И, конечно же, тоже добавлю землю.
Так, вот смотрите. И тоже у меня, сейчас вот так немножечко его, вот, тоже будет он у меня в теплице. Еще давайте посмотрим парочку. Ну, например, вот такой вот маленький тоже череночек. Смотрите, вот две почечки уже начинают выпускать листики. Смотрим. Это, кстати, сорт Little. Ой, даже вижу. Смотрите, даже корешки, вот видите, видно. Little Lime. Это гортензия, которая низкорослая, маленькая гортензия. И она всегда, ну, не помню еще ни одного года, чтобы она себя плохо показала в плане цветения. Смотрите, какая корневая. Видите? Везде, по кругу. Не буду особо с нее снимать. Даже возьму даже другой горшочек, чтобы, честно говоря, или просто отсюда уберу немножко земельки. Потому что очень много. Хочу уже чуть-чуть побольше, чтобы был. Вот. И прям сюда я так вот ее сделаю, ей тут перевалочку. Прямо вот, вот сюда вот я сделаю ей вот такую вот перевалочку. И пусть она себе в такой земелечке и продолжает дальше расти. Вот. И еще давайте посмотрим одну. Тоже метельчатая. Смотрите, какие хорошие побеги. И вот тоже там снутри идет росточек. Я думаю... О, я не думаю. Смотрите, какая корневая. Видите? Везде, везде корешки. Так что берем горшочек. Вот. И даже не задумываясь, просто... Я даже так немножко земельки сюда выступлю. Не задумываясь, просто делаем, даже не пересадку, а перевалку. Вот, потому что вот. Смотрите. Уже пошла корневая по кругу. То есть ей уже нужен горшочек побольше. Когда идет корневая уже по кругу, это уже ясно, что... Вот. Добавляем землю. И тоже пойдет у меня. Я попозже покажу вам черенки черенкований, которые были до этого. Покажу вам, они у меня в теплице. Обязательно покажу вам. Вот. Я, кстати, купила вот такой вот гумат. Вот фермер, корневая система. Это органическое такое удобрение. Я всегда говорю, что я люблю органику. И сегодня буду проводить подкормку гортензии, которую я пересадила раньше, чтобы нарастала лучше корневая система. Я хочу показать вам еще один вот такой результат. Вот смотрите, я говорила несколько раз, что я весной нашла обломанную гортензию, вот такую вот палочки. Я ее почеренковала, было две, и решила укоренить. Укоренилось мне две. Ну, я на одной срезала, тоже было три побежка, я срезала два побежка и один. Просто решила тоже вот так срезать и как бы дать развиваться ей с вот таким вот маленьким череночком срезанным. Но, к сожалению, это был не совсем результат тот, который мне подошел. Почему? Потому что она пропала. То есть немножечко что-то пошло не так. Даже вот здесь вот почка. Я вообще хочу ее, наверное, этой осенью высадить в грунт. Я так думаю. Да, смотрите, не буду сюда сосать. Смотрите, какая корневая тут. Видно? Я ее высажу в грунт. Но еще подержу, конечно, горшочки. Тоже подкормлю. Я думаю, что в конце августа она мне пойдет в грунт. Просто так, чтобы не пропали череночки. Вот мне стало жалко, и так получилось. И хочу показать вам черенки, которые с прошлого черенкования у меня. Я их взяла еще и еще, чтобы дорастить. Потому что что-то там, где-то там не получилось. Вот хочу показать. Тоже были они у меня на окошке. Вот сразу покажу. Этот пропал. Так и он не укоренился. Дальше давайте посмотрим вот такие вот побежки. Вот, смотрите, видите, тут вообще идет, смотрите, прямо с от корня, видите, отдельная веточка. Вот, давайте сейчас я
возьмем тоже горшочки и мы пересадим. Вот крупнолистовая, видите, она большая была, но что-то там у нее тоже с корнем было не очень. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь с корнем. Ну, что могу сказать, смотрите, корневая, вот она, видите, уже торчат корешочки, так что она была в горшочке, я ее пересадила, я туда ее сейчас, немножечко, да, я туда ее сейчас верну, горшочек в этот, и тоже положу в теплицу. Она прекрасно себя там будет чувствовать. Я больше чем уверена. Тоже подкормлю ее, но не сразу. Вот. И давайте посмотрим вот этот вот. Смотрите. Видите, какой. Или вот давайте вот этот самый маленький. Мне вот прям хочется. Смотрите, какой малюсенький. Видите, и пошел в рост. Вот сейчас посмотрим, что у нас тут. Оп, 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 оп. Так, смотрите. Ну, держит комочек. Это говорит о том, что здесь есть корневая. Смотрите. Вот они корешочки. Я не буду сильно его доставать. Вот они корешочки. Видите? Вот такая вот малюсенькая. Я тоже ее отправлю в тепличку. Возьму горшочек чуть поменьше. Смотрите. Вот она будет. Обязательно в следующем видео покажу вам черенки, которые были, проросли раньше, чтобы вы просто видели. Я сама люблю посмотреть результаты, не только тот момент, когда показывают. Вот я почеренковала, и мне там оно пошло. Это все хорошо, но результат я очень люблю. И давайте вот этот с побежком посмотрим, да? Смотрите. Ой, смотрите. Вот она корневая. Прекрасно, да? Вы же видите, какие ниточки. Прямо она вот очень... Так, ну, мы ее просто возьмем тоже и перевалку. Смотрите. Видите, какая корневая система. Так что поменьше тоже горшочек возьму. Небольшой комочек такой. Так, чуть-чуть высыплю. Насыпаю не полное. Почему? Потому что, ну, с комком земли. Да, видите, вот побежек прямо идет оттуда. Видите? Смотрите. И, судя по всему, там еще один вот будет. Видно вам? Вот, то есть он уже сразу формирует кустик. Что могу сказать? Конечно, нужно заниматься черенкованием гортензий. Все получится, только захотеть. Вот. Видите, тоже. И давайте посмотрим уже этот, который еще один, который тоже... чтобы уже понимать. Вот здесь пока не вижу корень. Так, земля влажновата, по какой-то причине вроде брызгала одинаково, но корни тоже есть. Смотрите, вот она корневая, видите, очень даже и неплохо. И смотрите, тоже сейчас покажу, тут скорее всего почки тоже пойдут, видите, вот прямо вот оно аж торчит там, скорее всего, что почечки пойдут в рост тоже. Сейчас я его вот сюда прям вот так вот тоже высажу, добавлю земельки и знаете, я практически одновременно с гортензиями черенковала еще виелу, барбарис и лапчатку. Вот там буквально какой-то день разницы. Не буду все пересаживать, потому что будет очень долго. Вот. И что хочу сказать, что очень... Я хотела показать, но, наверное, в другом видео. Очень неплохо себя показывает барбарис. И очень неплохо себя показывает лапчатка. Вейгела пока молчит. Вейгела пока... пока рассказываю, еще достану. Вейгела пока... Ну, тоже прекрасная корневая, видите, держит комочек. Вот они корешки. Вот, развалился. Ну, вот они корешки, не такие большие, но вот они есть. И тоже я ее пересажу. Есть корешки, листики, которые пошли уже расти. Я думаю, что в ближайшие день-два я сниму видео и обязательно вам покажу результат. Потому что, ну, очень важно, когда
получается. И когда другие видят, чтобы точно уже знать, повторять для себя или просто время впустую. Мы же учимся все чему-то. У кого-то, кто-то у нас. Если я кому-то могу быть полезна, я буду очень рада, кстати. Вот. Вот. Это было мое предпоследнее черенкование. Было еще одно черенкование, которое было у меня запланировано. И еще было одно черенкование, когда я купила новые растения. И я их такой, видите, побежек вообще. Вон, какие малюсенькие. И мои растения, которые мне пришли, были, знаете, такая... Нет, видите, тут... Вот тут есть калиус, есть вот беленькие для корешков наметки, но корешков нету. Нету корешков, так что будем еще держать. Вот. И я делала обрезку гортензии, потому что одна из них, Вимстред, вообще лежали побеги на земле. И я делала обрезку. Естественно, хоть поздновато, но я не люблю позднее черенкование, но как практика показывает, оно не очень хорошее. Ну и потом тяжело их подрастить. Ну, мне жалко было выбросить веточки. Я такие их почеренковала и тоже сейчас вижу уже прорастание. Но я думаю, через недельку тоже вам смогу показать. Вот, сейчас я говорила вам, да, пойду подкормлю свои череночки, которые высажены раньше. И, естественно, сниму для вас видео следующее. Всем спасибо за просмотр. Если мое видео для вас было полезным, я буду очень рада. Обязательно выращивайте, пробуйте. Если есть желание остаться со мной, пожалуйста, оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем хорошего дня. Будьте счастливы и здоровы.